Ежегодный конкурс «Огонь. Опасная игра 2015» в этом году открыли воспитанники детского сада «Виктория». Малыши примерили на себя роль спасателя МЧС. Снимали с дерева котенка, спасали провалившуюся под лед девочку, извлекали ребенка из-под завалов после землетрясения, тушили огонь. Результаты проводимой работы – отличное знание детьми правил действия в экстремальных ситуациях. В этом году меня не поразили, приятно, очень удивили. Во-первых, о такой службе, как службе спасения, было доступно рассказано детям. В игровой форме, необычно взята форма повествования, рассматривания альбома. Вот. Все виды деятельности практически рассмотрены. И дети это все обыгрывали, им было доступно и понятно. В любое время дня и ночи спасатели готовы отправиться на выполнение самых сложных задач. Люди, для которых обычная и повседневная работа является постоянный риск. Воспитанники детского сада «Виктория» узнали много нового интересного об этой трудной, но почетной профессии. Они должны находиться в спортивной форме, чтобы они хорошо всех спасали, чтобы они не уставали и были бодрыми. Я считаю, что спасатель должен быть умным, сильным и добрым. И он всегда всех будет спасать, и он никогда никого в беде не бросит. Дети рассказали стихи о работе спасателей, исполнили песни и танцы. Их выступления не оставили равнодушными гостей мероприятия.